Полмиллиона рублей потратит администрация Оренбурга на отлов бродячих животных. Аукцион уже объявило управление жилищно-коммунального хозяйства. От исполнителя оно требует ежедневно отлавливать безнадзорных животных, но делать это весьма гуманно. С помощью шприцев со снотворным и специальных петель. После этого они обязаны доставить четвероногих ветеринарам. Есть еще одно условие. Автомобиль должен быть укомплектован набором ветеринарных средств для оказания экстренной помощи пострадавшим животным и набором переносных клеток. Когда ветеринарный врач зарегистрирует собаку и даст свое заключение, исполнитель должен отвезти ее в специальное оборудование здания с последующим ветеринарным осмотром, кормлением, а также уходом и обработкой от паразитов. И все это за 500 000 рублей. Контракт рассчитан до 30 ноября 2018 года. Также отметим, пока ни одна из компаний не изъявила желания поучаствовать в тендере.